перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Все, короче, народ пусть зайдет. Я ненадолго, к сожалению. Вот, просто, блядь. Я вообще не должен сейчас выходить в прямое включение, но обстоятельства вынуждают, короче. Обстоятельства вынуждают. По делу, к сожалению, пока я ничего не могу говорить. Я постараюсь как-то это обойти и донести свою точку, ну, донести вам ту мысль, короче, правильно. Может быть, вы уже видели, может быть, нет, может, вам похуй, в принципе, вы тогда правы, потому что все равно хули вы слушаете. А птах там в интернете устраивает пиздец, короче. Сначала он там кричал, что я там кому-то руку сломал полицейскому. Сейчас там еще что-то, потом еще что-то. Начинает как бы навешивать обвинения на меня, блядь. Причем на меня эти обвинения еще не вешал никто. Повесил только птах. Понимаете? Никто вообще, даже таких дел нету. Все, что вы слышите, все идет от птахи. Как вы думаете, почему? Это во-первых. Во-вторых, тут как бы два вопроса. Птаха, ты либо пиздобол, я клянусь, блядь. Либо, да я клянусь, что, ну как бы тут других вариантов невозможно быть. Ты либо птаха пиздобол, ты либо птаха стукач. Сейчас вам объясню. Я думаю, многие из вас это уже и так все поняли, как бы. Вот, потому что у вас мозги должны быть, как бы. Там какие-то фанатики птахи, там, тот, кто его поддерживает. Я удивлен, что его, я не знаю, какие у него там старшие, он там все время кричит, что они ему сами еще подзатыльник не дали за ту тупую хуйню, которую этот, блядь, чмошник творит. Своим рваным очком, блядь. Допустим, что птаха говорит правду. Я не могу вам сказать все напрямую, потому что я нахожусь под следствием, в отличие от птахи. И каждое мое слово по этому делу может пойти, как вы знаете, против меня. Вот. Но, понимаете, этот хуесос, блядь. Ладно, он там жертву из себя строит, блядь, но это всем это, ладно, как бы. Я думаю, в этом вы и так, как бы, не сомневались. Но то, что он кричит вот про эти обвинения все, что меня там что-то там в том обвиняют, в том, когда этих дел не заведено. Вы посмотрите на это реально. Он либо пиздит, если это правда, он стучит. Понимаете? Если это неправда, он пиздит. Вот все. Понимаете? Этой информации вообще никаких обвинений еще не выдвинуто. Понимаете? А птаха, птаха уже выдвигает их в интернете. И как он вам всем пиздит, что я там, надеюсь, тебя не посадят. Птаха делает все, чтобы меня посадили. Ну и как вы такого человека называете? Понимаете? Столько, блядь, шума поднимает из-за этого. Понимаете, если он кричит, что я там полицейскому сломал руку, понимаете, как на меня там смотрят? Хотя руку никому я не ломал. Понимаете, и палец никому я не ломал. Ну, понимаете, люди даже наверху, они там просто посмотрят и говорят, слушай, да он что, охуел, он там, знаешь, понимаете, нахуй его сажать, в таком стиле. И каждый день он какую-то хуйню стучит или пиздит. Как бы решать вам, одно из двух, ебать, кто это поддерживает,
Может ему плевать смело в ебало, блядь. Понимаете? Потому что, ну, тут не надо быть идиотом, чтобы это понять. Вы просто смотрите, информация идет от птахи. Он либо говорит правду, либо пиздит. Если он говорит правду, значит он стукач. Если он пиздит, значит он пиздобол, ебать. Который пытается настучать. Понимаете? Все. В общем, в этом была моя мысль. Надеюсь, скоро увидимся. Ебой, всех с Новым годом. Новый музончик на подходе, как бы. Всем респект.